Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее интересная и полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Машина, на которой они перемещались по городу, марки Austin 7, 1937 года выпуска. Этот раритет зарубежного автопрома вызывает удивление и почтение у знатоков. Кристофер Блейкби из Лондона и Илья Злотников из Соединенных Штатов Америки – давние друзья владельцев клиники. Они знакомы уже больше 10 лет. Встречаются на российских и мировых симпозиумах. В данном случае доктора решили объединить приятное с полезным, посмотреть Россию и найти новых партнеров в стоматологическом бизнесе. Это машина марки Austin 7, которая была построена в 1937 году. Ей 82 года. И эта модель на самом деле имеет маркировку Sports Special, специальная спортивная машина. Перемещаться со скоростью 60 км в час не очень удобно, отметили гости, но это того стоит. И все же главное – это любимое дело, которым они занимаются профессионально. В клинике Дентамед им рассказали о передовых методиках, которые применяют в лечении. Имплантация вот на данный момент считается для замещения утраченных зубов самым лучшим способом. И буквально вот поставили 2 импланта в течение 15 минут. Не больно ведь? Понравилось? Дентамед является центром клинического мастерства компании «Нобель Биокар». Импланты под их маркой выпускают с 1965 года. Кроме этого, клиника имеет статус инновационного центра стоматологической ассоциации России. Сегодня я впервые оказался в этой клинике, и она на меня произвела, конечно, неизгладимое впечатление. И у меня есть уникальная возможность сравнить с клиниками в Соединенных Штатах, Великобритании, потому что по долгу службы я посетил, наверное, более нескольких сотен клиник в разных городах США. И могу сказать, что это клиника мирового уровня. Оборудование мирового уровня. Я знаю, насколько Юрий Александрович является хорошим и опытным врачом. Показали заграничным коллегам и методику восстановления зубов по системе CAD-CAM. Лаборатория находится здесь же, в клинике. Гости наши были очень приятно удивлены, что у нас такое очень современное оснащение, самые передовые технологии, то, что есть в мире. Вот. Это и ЦЕРИК, мини-CAD-CAM-центр, и ТЭ-Артикон. Это макси-CAD-CAM-центр, который вытачивает до 14 единиц полную челюсть. А также и как у нас поставлена, значит, обработка инструментов. Современные технологии лечения сейчас доступны и в небольших городах. Это еще раз подтверждает Центр профессиональной стоматологии «Дентамед».